30 сентября очередной конвой МЧС России доставит в ДНР свыше 600 тонн гуманитарной помощи. Пресс-служба Центра управления восстановлением ДНР сообщает, что 40-й по счету гуманитарный конвой МЧС России прибудет в республику утром 30 сентября. Белые грузовики доставят свыше 600 тонн гуманитарных грузов в виде продовольствия и адресного гуманитарного груза с медикаментами для Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.